7 января в очередную командировку из Сыктывкара на Северный Кавказ отправился сводный отряд республиканского МВД. Провожали полицейских их близкие и родные. Напутственные слова в дальнюю дорогу сказал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Марченко. Коллеги, осталось пожелать вам легкой дороги. Ждем вас обратно здоровыми и крепкими домой на Коми-землю. Не посрамившими в честь сотрудника полиции Министерства внутренних дел по республике Коми. И, соответственно, с благодарственными письмами и с медалями и с орденами. Сопровождать сводный отряд до места дислокации поручено заместителю начальника полиции Владимиру Климову. Основная задача – охрана общественного порядка на Кавказе и содействие местным органам правопорядка.